Всем привет, друзья! Вы на канале Фишманьяки. Сегодня я вам покажу один из лучших и надежных узлов, с помощью которого можно привязать мормышку. Друзья, для этого мы берем нашу леску, продеваем ее обязательно со стороны жала нашей мормышки. Продели наше отверстие. Переворачиваем нашу мормышку. Здесь формируем петельку. Сформировали петельку и делаем 3-5 оборотов. В данном случае я сделал 3, так как у меня плетня толстая. Подтянули. Остаток лески мы вставляем в наше сформировавшееся ушко. Вот таким образом. И затягиваем. Друзья, обязательно места узлов увлажняем перед затягиванием. Так как зимой мы рыбачим, как правило, на деликатные снасти. И обязательно нужно смочить. Вообще любой узел, как правило, перед затягиванием смачивают. Вот такой узел у нас с вами получился. Остаток лески откусываем, оставив 3-4 мм. Друзья, вот такой узел получился. Узел очень надежный, он проверенный. Друзья, сейчас я вам покажу второй узел. Он очень похож на первый, но он еще крепче, еще надежнее. Как правило, его используют на рыбу, которая крупнее размером, так скажем, на трофейную рыбу. Друзья, для этого берем нашу леску, продеваем нашу мормышку со стороны жала нашей мормышки. Продели в отверстие, вытаскиваем леску. И в это же отверстие еще раз продеваем нашу леску. Вот так должно получиться, друзья. Все. Вытягиваем хвостик сантиметров 10-12. Переворачиваем мормышку жалом вниз. Формируем здесь петельку. И делаем 3-5 оборотов. Как правило, я использую 5 оборотов на леске, но на шнуре чуть поменьше. Так, друзья, сделали 5 оборотов. Теперь в нашу петельку заводим остаток лески. Завели и затягиваем. Аккуратно, не торопясь, обязательно увлажняем место узла. Вот так вот. Затягиваем узел наш. Подтянули еще. Друзья, вот такой узел у нас с вами получился. Остаток лески обрезаем. Оставив 3-4 мм. Друзья, данный узел очень надежный. Он вяжется чуть-чуть подольше, чем первый. Но за счет того, что у него нагрузка распределяется не только на узел, но еще на вот эту петельку. За счет этого он становится еще крепче. Используйте его на трофейную рыбу и радуйтесь. Друзья, всем спасибо за просмотр. Ставим палец вверх. Пока-пока.